Здравствуйте, дорогие друзья. Это стихотворение называется «Середина мая». К сожалению, о конце пандемии никто не объявил, вот по этому поводу мысль. Вторник, середина мая, куда иду, не знаю. Не сообщил гонец, когда придет конец. Когда придет рассвет, где карантина нет. И сможем мы опять по улицам гулять. Я здесь сижу и жду, вот-вот с ума сойду. А время что-то идет, без устали вперед. Не пропустить бы миг, глядишь, уже старик. Спасибо. Сообщите, как у вас ситуация с этой дурацкой пандемией, которая, по сути дела, уже надоела. Оставьте комментарии внизу.